Всем привет! Сегодня чудесный день, день удачных покупок для меня. Я все свои хотелки, кроме одной, купила в фикс-прайс. В общем, уже нельзя ходить в фикс-прайс. Чувствую, что меня прям туда тянет магнитом, как многих и вас также. Сегодня я купила то, что теперь хочу еще раз повторить. Не знаю, пойду ли я туда снова. В общем, как-то мне не совсем сразу повезло. У нас было два фикс-прайса. В первый, который зашла, я купила совсем чуть-чуть, и пришлось мне списать 90 баллов, потому что вообще нечего было взять. Получилось у меня по 33 рубля. Я взяла вот такой мармелад жевательный. Это первый со вкусом колы и второй со вкусом вишни. Вот, и получилось так, что попробовала я вот этот со вкусом колы. Какой-то очень сладкий, вообще не понравился. Ну, надо было что-то еще. Ходила-ходила, увидела еще одни носочки. Двое купила, две пары. Эти уже мягкие и очень-очень шерстяные. Они прям вот в составе шерсть входят. 7% шерсти, также акрил и полиамид и спандекс. В общем, они очень мягкие, прям вот тепленькие. Ну, такие короткие. В общем, в другом фикс-прайсе тоже они были. Я как-то не замечала, видимо, до этого. Носки мне обошлись. А, вот, они стоили 59 рублей, а обошлись мне в 29,50. И мармелад мне обошелся в 16,50. Это я вам не такую цену сказала. Вот, на самом деле все проще. Вот. И я пошла домой, думала, зайду вот в ближний фикс-прайс. Он у нас гораздо меньше, ничего я не ожидала, но когда-то до этого тоже в нем было много новинок. И сейчас покажу, зачем я ходила сразу. Та-дам! Увидела шампунь от Мирине. У кого-то были показы товаров фикс-прайс. В общем, 199 рублей. Вот такой шампунь турецкий. Видите, сделано в Турции 600 мл по 199 рублей. Вот написано здесь, что сделано в Турции. Восстановление шампунь-баланс. Этот с оливой для истонченных, сухих и ломких волос. Очень я счастлива вообще. Шла домой прям на таком подъеме. Взяла все, какие там были. Вот такой алоэ и карите. Для ламинирования, видите? Для гладкости, блеска поврежденных и окрашенных волос. Вообще такие коробочки, они так блестят. Софт-тач покрытие, в общем, супер. Тоже 600 мл, ламинирующий шампунь называется. А первый какой? Я что-то забыла. Восстанавливающий шампунь-баланс. В общем, как сын говорит, когда я вижу слово «Турция», я начинаю пищать от восторга. Вот. И третий шампунь вот такой. Это биотин и масло жожоба. Укрепляющий шампунь против выпадения волос. Девчонки, все в фикс-прайс бегите, пока они там есть. Не знаю, привезли вам или нет. В общем, караульте, я вот четко за ними шла. Думаю, хоть бы их где-нибудь увидеть. Очень так счастлива. Не знаю почему. Вот прям рада-рада. И вообще сегодня мне так повезло. Увидела вот такую крымскую соль даван с ароматом апельсина. 1,5 килограмма. Я когда-то брала такую с розой. Мне тоже очень нравится. Вот это, вот этот выпуск, она беленькая, хорошенькая, без всяких таких камушков нерастворимых. Очень мне понравилось. Стоит 79 рублей. Вот эта огромная упаковка в 1,5 кило. В общем, тоже выгодно. Я советую вам купить. Продается такая розовая и вот оранжевая, рыженькая. Очень классная. Самая вообще тоже одна из удачных моих покупок, вообще случайно взяла гель для душа, 64 рубля, представляете, 400 мл, апельсин в шоколаде и был такой же кокос чем-то там, в какой-то глазури, по-моему, что-то не помню, какой-то кокос, в общем, был коктейль, я его понюхала, вообще так пахнет апельсином, прям свежим. Шоколад как-то на дальнем фоне, но, в общем, свежий-свежий сладкий апельсин, даже самый лучший, вот такой, как нарисован, настолько он вкуснятина. Просто хочу таких еще штук 5 купить, и сыну возьму, и себе, в общем, побегу. Ну, наверное,
не знаю когда. За 64 рубля 400 миллилитров с таким ароматом даже хочу еще и кокосовый прихватить. Девчонки, это вау. Вот аромат, по-моему, всем угодит. Настолько приятен. Кстати, давайте посмотрим. Может, кому-то состав там важен. Не знаю, вот видите там состав внизу. Может быть и не очень хороший, потому что недорогой, но я за один запах такой просто вот пойду с ним мыться прям на ура. Еще увидела классный, тоже я у кого-то в обзорах видела, у нас не было. Это от Parly, крем-пена для ванн. Так, это с экстрактом клубники и маслом оливы. Такая вкуснятина. Она очень густая, прозрачная. Ну, не знаю, может, там есть оттеночек. Я вот специально ее так поколыхнула. Очень такая густая. Не то, что там какая-то жидкая водичка. Так, пена стоит 99 рублей. Но это еще не самая вкусная. Вторая вообще. Серия «Магические моменты». Здесь... Так, экстракт сосны и масло розмарина. Вот это пахнет вообще бомба. Тоже такая густющая. Я думаю, одного колпачка хватит на ванну. В общем, с шишечками. Просто с ароматом сосны. Все, как я люблю. Посмотрите, какая красота перед нами. В общем, я пищу от восторга. Следующие новинки. По 59 рублей взяла новые тканевые масочки. Ни у кого не видела в обзорах. Все с кроликами. Ну, такая расцветка, конечно, ну, вернее, как это, обложка не очень интересная. Ну, корейская от Fanny Organics. Кролик везде солирует. Это, по-моему, как это называется-то? Алиса? Нет, в стране чудес. С кроликом-то где? Ну, в общем, неважно. Коллагеновая антивозрастная лифтинг-маска первая. Здесь вот так. Все Корея. Вторая у нас увлажняющая. Вот так вот выглядит. Гиалуроновая увлажняющая маска Баланс. И третья. Так, антивозрастная. Пептидная омолаживающая маска Интенсив. В общем, вот запомните, их три вида. Я там копалась долго, у нас все висят. Сначала висят все такие, потом там штук 30 другие и штук 33. В общем, приходилось со всей полки все снимать, чтобы докопаться до последнего вида. Как они любят фикс-прайс вешать, нет бы вот все в доступности вешали, нет же. Чтобы до последнего вида докопаться, полку надо все снять. Также я давно-давно хотела грибочки, шампиньоны. Наконец-то я их увидела. 99 рублей вот такая баночка. Все показывали когда-то уже давно, но вот я только увидела. Тоже в одном из фикс-прайсов. Всегда на них смотрела, их хотела. И на Новый год взяла шампиньоны. Пусть будут на новогодний стол. Люблю грибочки. И это еще не все. В общем, та-дам, еще одна. Вообще не ждала, тоже нигде не видела ни у кого. Ой, что-то мне фокус не хочет. Давайте покажу вот так. Пина колада. Представляете? Паста клац с ароматом пина колада. Мой любимый аромат. Вот такая она, конечно, бледненькая, желтенькая. В общем, супер. 149 рублей. Здесь много. 90 грамм. 75 миллилитров. Большая. И вторая. Вечерний вермут. Тоже у меня такого не было. Давайте посмотрим. Тоже эта же коллекция. Вот это очень красивая. По-моему, у меня такой нет. Если есть, сыну отдам. По-моему, вот, да, были у меня другие, но именно вот пина колада была одна единственная. Я бы еще одну взяла, честно говоря. Вот настолько я люблю этот вкус. Но у меня не было никогда пасты с таким ароматом. В общем, здорово. Так что давайте чек покажу. Смотрите. Унесла весь фикс-прайс на 2109 рублей. Представляете, это вот один фикс-прайс. А, да, и забыла сказать, почему я, в общем-то, люблю, когда много всякой косметики. Я сделала себе приложение, скачала на телефон, фикс прайс, у меня есть карта, соответственно, и там можно выбрать любимые категории. Когда выбираешь из любимых категорий больше 500 рублей,
то на всю вот эту покупку своей любимой категории 10% баллами возвращается. То есть у меня сейчас зоотовары и красота, ой, косметика и гигиена. Я выбрала две категории. И вот где-то на 1000, мне кажется, у меня больше, наверное, вот эта косметика и гигиена закуплена. То есть больше 100 рублей мне уже вернулось, больше 100 баллов мне уже на карточку плюхнулось. В общем, я всем советую так делать. Очень классно. Представляете, еще и скидку получила на следующую покупку. Ну и последняя покупочка. Да, кстати, я вам вот не показала. Чек-то, смотрите, я показываю. Но у меня еще есть две покупки. Что-то я вам и не все показала. Самое интересное. Начну. Вот хотела вам сначала корзинку показать и туда все сложить. В общем, купила себе две таких корзиночки по 199 рублей. А то думаю, что-то я показала вам, на 2000 не смотрится. В общем, большие такие корзинки. Здесь 10 литров было написано. Взяла и буду ставить вот... Вот эти шампуни поставлю, большие гели, в общем, тоже на полочку. Мне уже некуда ставить было. Вот, очень прекрасный такой зелененький цвет. Вот две штуки взяла. Давайте, ну, может быть, вот в нее как-нибудь поставим. Вот это все. Ой, спецэффекты опять. В общем, как-то так. Классно. Видите? И еще одна покупка, это я уже на подарок взяла, ну, такой мужчина, набор гвоздей, тоже за ним охотилась. Сколько стоил, по-моему, 199 рублей, если я не ошибаюсь, были, кстати, вот набор гвоздей, да, и еще был набор, как их называют, с гайками-то, вот, болты, или, ну, по-моему, болты, да, с такой резьбой. Не саморезы, а вот именно. Вот видите, здесь разные виды. И маленькие такие гвоздички, побольше, всякие золотые. Я тоже у кого-то увидела и захотела. Сыну, наверное, подарю. Или младшему, или старшему. Это все в хозяйстве очень нужно. И я считаю, что вот все-таки и удобно в ячеечках так все хранить в коробочке. И, во-первых, нужно, чтобы было гвозди дома. В общем... Все, на этом второй чек у меня вот такой. Тут, видите, за 59 рублей две пары носков и за 33 мармеладки. Ну, мармеладки что-то не очень, как я говорю, удачные. В общем, всем на этом говорю до свидания. Всем хороших покупок. Берегите себя, со всеми прощаюсь. И скоро я собираюсь на работу в таком отличнейшем настроении. Хочу с вами им поделиться. Пусть у всех будет надежда на мир. Скорее бы все это закончилось, чтобы никогда не испытать снова ужас, который вергли нас, всех мамочек, сыновей и всех жен с этими событиями. В общем, давайте об этом забудем, будем надеяться на лучшее. Вот. Всем хорошего настроения, удачного дня, до свидания. Берегите себя.